Добрый день всем, кто меня смотрит, дорогие друзья. Добрый день, с вами Player 0713. И это мой стрим по игре Angry Birds Classic, она же Angry Birds простая. Почему Angry Birds Classic, ребят? Да, потому что, вот, видите, написано, классическая версия злых птиц. Так что, ребят, все. Хватит, ребята, мне тут распинаться. Думаю, не надо знакомить наших дорогих зрителей с тем, что такое все-таки Angry Birds, потому что вы, ребят, должны это прекрасно знать и без меня. Так, ладно. Привет, Sweet Cupcake. Как тебе делишки? Агрихим Азизов, салам. Как у вас делишки? Пора в Angry Birds Epic. А он, в принципе, будет скоро. Так, у нас могучая лига и эпизоды. Окей. Так, пойдем в эпизоды, что ли? Или, не знаю, в могучую лигу. Опа! Так, и давайте-ка, ребят, начнем. Так, тут у нас туториал. Кстати, ребят, если вы не знаете, то... Тут есть секретное золотое яйцо. Хоп. Отлично. Тут у меня бесконечные пауэрапсы. И говорят, ты можешь использовать только два пауэрапса монетка. Не придется так, где нужно стрелять по свиньям рогаткой, чтобы вернуть три яйца. О, да, я помню. Так, ну-ка сейчас. И хоп. В куче лиги мы не можем повторно использовать наши пауэрапсы повторно. Так. И мы, ребят, тут, кстати, в рейтинг выходим. Если что. Так, Стелла, бомб. Ну это ладно, такое. Опа! Я знаю, что ты читаешь, чтобы быстро пройти игру. Да, ребят, просто дело в том, что тут, скажем так, во-первых, так, с помощью этих яиц вы получаете себе плюшки, а теперь, ребят, стоп, давайте-ка я все-таки ненадолго вернусь в эпизоды и обратите внимание на вот это вот. Теперь же все, разработчики закрыли свободный доступ к левелам. То есть теперь, дабы пройти левел, вам надо постараться. Мне, ребят, на этой неделе будет... целая неделя посвящена играм серии Angry Birds, поэтому... Ребят, наслаждайтесь. Я, кстати, немного приболел. Так, я поднялся в рейтингах. Так, хопа. Итак, ребят, если вы... не знаете, то я, ребят, не взламывал игру. Я не русский, я украинец. Так, 23 монетки. Один изумруд, кажется, был. Ну или рубин. Я не знаю, как добивается. Я, кстати, ачивку уже получил. Опа! Так, остался только совсем чуть-чуть до конца Лиги Перьев.
Хоп. И сюда. Кому, ребят, нравится, то смотрите ради бога. Кому не нравится, то пожалуйста. Так, 5 изумрудов, 1 усиление и 39 монет. И я на первом месте. Лига пера пройдена. Так, новый стикер. Сейчас мы их вклеим. Раз. 11 монеток, хорошо. Так, один изумруд, 22 монетки. Тут у нас довольно-таки много, скажем так. Много тут у нас всего. Вот, например, яичко золотое. Так, залогинься в Фейсбуке. Так, где еще? И, кстати, тут, ребят, очень даже легко получить наклейку, которую я даже не знаю. Кстати, где-то здесь, насколько я помню, вот находится, оп, золотое яичко. Ха-ха. Кстати, крутая музыка, как по мне. Астра, приветик, как у тебя делишки? И, кстати, ребят, не вздумайте выходить, пока вы слушаете музыку. Гиперцепик, там надо собрать 5 яиц в башнях, надо убивать свиней оружием и защитой. Но если получить одобрение Терренса, то откроется арена всего птичек 5. Ред, Чак, Матильда, Бомб и Синие Братья. Значит, не братья, а Синие Троица. И... Опа! Наклейка, как только вы прослушали полный трек. Опа. 10 монеточек. Так, ну а пока проходим в стеклянную лигу. Тут, ребят, кстати, если вы хотите получить еще апгрейды, то советую пройти золотую лигу, там вы тоже получите золотое яйцо. На мана, как сам. Атака остро, болею я. Плюс я купил себе новые наушники. Этого балдею пока. Опа. И да, ребят, если вы думаете, что я не знаю, как надо играть, то вы ошибаетесь. Так, что получили ачивку, ребят, просто-напросто выходим. Без объяснений. И тут у вас ачивка такая. Оп. Кто мог подумать, нам дадут 12 монеток. Полной злости. Ха-ха-ха. Вот, ребят, за каждое действие вы получаете такую, так сказать, ачивку, что ли? Это как по мне. Так, надо бы еще бомбануть бомбам. На всякий случай. Оп. Так, яичко мое. Так, у нас вот тут ачивка. С 3 монетки и 1 рубин. Конечно, вот эту вот ачивку с усилениями можно отчаять сколько угодно. Вот, правда, насколько я знаю, ребята, с последними обновлениями по злым птицам, а именно по взломам, там, насколько я знаю, то там не добавили именно вот это вот. Да, ребят, тут вам
в могучей лиге вы должны, ребят, просто-напросто тупо проходить все локации, которые вы уже, так сказать, видели. Так, хорошо. Так, еще. Так. Я, конечно, спидранить не буду, потому что, ребят, знаете, это будет очень даже нудно и неинтересно, как по мне. Опа! Так, ну счет я смотреть не буду, потому что это долго и нудно будет, как по мне. Так, что нужно сделать? Так, оп! Пока, свинка! Опа! Я тебе говорил, что взлом. Да, Lord X, я знаю, что взлом. Так, один электрошок, 38 монеток и 5 рубинов. Но оппонентов я бить не буду, ребят. Да и знаете, золотая лига, она очень даже трудно проходится. Так, специальное яичко. Ух ты, что это было? Что это было? Не знаю, что за подарок был. Чё это? Ух ты! Смотрите-ка, я могу себе выбрать, как я буду выглядеть, что ли. А чё, нормально, со спиннерами. Так, и давайте-ка, ребята, мы пройдем к эпизодам. Так, тут есть несколько секретов. Вот, еще золотое яйцо. Так. Золотое яйцо находится также вот здесь. Хоп. Вуаля. Так, где-то еще. Кажется, вот здесь где-то. Хоп. Уже, ребят, скажу так, разработчики почистили. Тут баги. Золотые яйца тут, как видите, все. Так, тут, ребят, если вы хотите получить тут яйца, золотое яйцо, вы должны пройти до 3 звезды все уровни. Побыстрее выздоравливай. Спасибо, Стас Подкладкин. Огромнейшее спасибо вам, ребят, за поддержку. Так, давайте начнем туториал. У нас, ребят, пауэрапсов нету. Хопа! Ну, туториал, ясный пень. Ясно, пень, тут нас учат, чему надо нам учиться, что ли. Так, стоп. Опа. Так, еще 3 звезды. Так, теперь надо пробить тут. Опа. Так, у нас же чак есть. Опа. Так, 3 звезды. Так, можем улучшать и выбирать классы. Это шлемы, шляпы. Рэдда, рыцарь, страж, самурай, мститель, паладин и каменный страж. Чака, маг, птица, молния, птица, дождь, волшебник, птица, гром и иллюзионист. А почему стрим не про Бэтмен?
Вордекс, а тут, в принципе, логическое объяснение есть. Я, скажем так, решил посвятить эту неделю серию игр злых птиц. Поэтому, ребят, простите, но на этой неделе только злые птички будут. Опа! И, кстати, ребят, если что, то вы можете сказать, какая ваша любимая птица. Или вообще любимый персонаж в играх про злых птиц. Вот мне, ребят, например, знаете, любимая птица это бомб. Потому что иногда, ребят, знаете, бомб меня напоминает. А именно то, что я люблю бомбить. Ну, это такое. Так, а вот Чака зачем сюда добавили, я без понятия. Так, а ну-ка. Опа! Да в смысле? Оп. Ну-ка, каникулы весенние пиши. Ну, вообще-то, каникулы у моих двух племянников, которые сзади меня, и которые пытаются... Ну, я не знаю, играть в свой Battleground на мобилке. Точнее, на мобилках. Вот и все. Так, оп. Так, ну сейчас, ох-ох-ох, Терренс. Самый ленивый птах из стаи. Кстати. Давай, давай, давай. Опа. Опа. Моя любимая птица это Bubbles. Ну, в смысле, пузырь. Да, ребят, можете назвать его так, в принципе. Но правильно его именно Bubbles назвать. Кстати, на этом уровне по туториалу очень даже сложно набрать 3 звезды, чтобы вы знали. Но я постараюсь. Опа. Ай-яй-яй, какая досада. Тут, кстати, прицела нету, чтобы вы знали. Поэтому тут обломитесь, пожалуйста. Ай-яй-яй. Одна звезда. Это плохо. Мой Леви это Bubbles, потому что он любит сладости. Ага. Кстати, да. Это, кстати, ребят, слабость у него проявилась. Страсть к сластям у Bubbles проявилась, кстати, в короткометражке Angry Birds Season, кажется, если я не ошибаюсь. Так что кто-кто, а вот, ребят, из злых птиц Bubbles, наверное, самый такой большой любитель сладкого, что ли. Или вы не помните, как он пугал птичек на Хэллоуин? Ну тут, ребят, реально хардкорно получить 3 звезды на этом уровне туториала. Я постараюсь все-таки. Потому что если вы знали, как это сложно.
Так, ладно, сделаем попроще. Так, катсцену мы пропустим. Так, сейчас, по идее, нам дадут 5 свободных минут на использование вот этого самого... Да, на использование вот этого прицела. Да в смысле? Так, прицела нет, ладно. А где Канстер Вегас? Я не знаю. Ты мои мысли читаешь? Он говорит Стунс. Я, конечно, мог бы оставить этот уровень просто так, но знаете, ребят, тут за то, что вы проходите уровни на 3 звезды, вы получаете дополнительные монетки, что ли. И, кстати, ребят, если вы в курсе, кто озвучивал Бабблза в Angry Birds Movie, а именно в русской версии, то, ребята, я спешу вас обрадовать. Это был ваш любимый Сыендук. И кто не знает, кто такой Сыендук, то, ребята, пожалуйста, забейте в поисковик. Блять, вы гоните, да? Я знаю, кто такой Сыендук. Я, кстати, ребят, тоже. Более сколько знаю, что Сыендук это, скажем так, блогер, причем известный. Правда, если честно, ребят, то я понятия не имею, каким макаром все-таки попал Сыендук в команду озвучки Angry Birds, что ли. Хотя, ребят, тот мультик на минуточку получился очень даже спорным, как по мне. С одной стороны, вроде бы детская тематика, с другой стороны, шутки ниже пояса, это уже все. Так, ладно. Надо так сделать, что ли? Так. Ну, блеск. Так, хорошо. Опа! Так, хоть и будет попроще, конечно. Ха, Нейзи вообще. Да, 3 звезды. Я видел видео, что этот мультфильм не для детей, потому что там свиньи-стриптизеры. О, да. Что-что, а свиньи там отжигали, типа. Так, теперь... Давайте-ка сюда, что ли? Между прочим, по этому фильму хотят сделать также продолжение «Злые птицы 2». Так, а теперь пауэрапсы. Использовать на случай... Сначала прицел, теперь усиление.
Но, кстати, без кринча, поэтому тут, ребят, жаловаться на то, что чит не надо. Поэтому я вас умоляю. Хотя, знаете, ребят, бытует у нас, ребят, среди геймеров миф, что как бы нету хороших экранизаций по играм, что ли. А все почему, ребят? Потому что, видите ли, мы видим людей в том, что они как бы не могут подать игру в виде фильма, что ли. Тот же Кредо Убийца, извините меня, провалился в провате, в прокате, хотя, как по мне, этот фильм нормальный. А теперь птица трясения. Это, кстати, очень даже имбовая атака, которая поможет нам растрясти земли под копытами свинок. Очень даже полезная штука, знаете ли. Особенно, когда вы париться не хотите. Так, есть 3 звезды. А теперь электрошок. Из эпизода «Короткое замыкание». А у тебя есть пока? Да, есть, ребята. Если хотите меня найти, просто вместо ID вставьте мой логин на YouTube и все. Так. Хорошо. Вас, Монтенегро, здорово. Так, сейчас мы будем использовать все пауэрапсы по очереди. Прицел, королевская рогатка, увеличение. Ах да, еще же нужно электрошок взять. Ведь. Кстати, ребят, если вы не в курсе, то я вам объясню, что локация туториал, она появилась не потому, что, ребят, разработчики хотели пополнить коллекцию новых локаций, а потому что, ребята, дело в том, что надо было научить игроков, как вообще обращаться с играми. Так. И вот сейчас локация босса. Короля свиней. Да, ты Макс Пейн. Я Макс Пейн, ребят. Ну, кстати, абсолютно все виды свинок у нас. И, кстати, на моей памяти, ребята, если я не ошибаюсь, то, кажется, ни на одной локации в Angry Birds не было так, чтобы собирались абсолютно все птички. Кстати, вот все эти 3 яйца. Получай, король свиней. Ну все, набили мы морду короля свиней. Спасибо, Sweet Cupcake, за подписку. Так, и нам дают несколько яиц. 10 монеток. 1 рубин, рогатка и 21 монета. Наклейка и 37 монет. И по 5 пауэрапсов. У, еще 35 рубинов. Короче, ребят, все. Мы тут уже как бы прошли все, что только возможно. Кстати, ребят, я намерен пройти как можно больше локаций. И, кстати, тут есть могучий орел, которому, кстати, мы можем попробовать, так сказать, поправлять, что ли. Могучий орел, он снесет все на своем пути, если птица пробить не может.
Опа! Чистая победа. А вот тут, ребят, надо хорошо постараться, дабы закинуть ее так, как надо, потому что если вы, ребят, проложите, тогда все. Особенно это заметно на маленьких таких каменистых кубиках, что ли. Ну тут, ребят, в натуре очень сложно это пробить. Так, и... Ай, 90%, ладно. Хотя, знаете уж, ребят, как по мне, вот эта вот статистика, она... Ничего, так сказать... Не меняет. Так, стреляй вниз. В смысле вниз? А, в смысле вот так ты имеешь в виду? А чё, неплохая идея, как бы. Только толку от этого. И, ребят, знаете, только один раз за всю свою жизнь прошел эту игру так, чтобы, ну, я не знаю, получить желаемое 100%. Уху! Да! Yes! Так, ну и самое простое, конечно, это вот здесь. Оп! Эй, свинки, попрощайтесь со своими рыльцами! И да, ребят, могу черевом пробивать даже яйца. Которые, кстати, не пробиваются обыкновенными с птицами. Хотя, знаете, это нелогично, как по мне. Потому что яйца пробиваться должны. И тогда, по логике, все-таки спасение яиц становится, скажем так, сложной задачей. Вау, 100%. Идеально. Flawless Victory. Так, и, кстати, ребят, мы тут получаем также пауэрапсы. Птица-трясение, увеличение птицы и шоквейв. Это, прикиньте, сколько мы вообще заработаем. Плюс денежки, плюс пауэрапсы, плюс изумруды. Все, у меня пока 90 звезд. Так, и смотрим сцену. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Пам-парам-парам-парам. А чак, типа, стоять, воришки! Ну и с этого начинается игра, в принципе. This is месть, ребята! Я это вижу в Беларуси. Живу в Беларуси, мне 9 лет. А мне, ребят, вы не поверите, 23 года. И да, я играю в игры для маленьких деток. И не надо меня осуждать, пожалуйста. Так, чтобы пройти на следующий уровень, нам надо заработать 2 звезды. Ну, у меня, в принципе, все 3, поэтому вперед с песней! То есть, это, скажем так, эдакая плата за то, что вы должны пройти на следующий левел. Вот и все. То есть, ребят, тут, в принципе, все просто. Сколько у вас звезд, столько вы, ребят, и платите за проход. Вот и все. Благо, это легко и просто. Но время у меня 17:48. Мне 16:48, и, кстати, ребят, сегодня у меня будет кооператив с Диамедом. Я планировал его. Опа!
И, кстати, ребят, если что, то, ребят, говорите, какие игры по Слон Птицам вы хотите видеть, или заходите в сообщество в Ютубе. Там я выложу лист с прохождениями без комментариев и лист с прохождениями по стримам. Поэтому, ребят, если вы хотите что-то увидеть, пожалуйста, прошу сообщество на Ютубе. И там вы все увидите. Можете также свои варианты предлагать, что вы хотите видеть. И да, это, ребят, будет неспешное прохождение Angry Birds. Ну, кстати, обратите внимание на такую хрюшку. Она дает разные плюшки. Angry Birds Epic, ну хорошо. Так, еще одна какатка. Королевская. Так, идем дальше. И да, ребят, если вы... Ну, я не знаю. Если вы, ребята, хотите помимо Angry Birds Epic или еще каких-то игр видеть еще что-то, то пишите смело. Посмотрите то, что я на этой неделе решил посвятить всю неделю злым птицам, поэтому каждый день я буду новые игры стримить. Завтра Angry Birds Epic, так Angry Birds Epic, будь по-вашему. Так, 4 звезды. Ты смотри. Да тут, ребят, разработчики обнаглели уже. Так, еще у нас тут есть такой апгрейд. Правда, он длинный, но ты сможешь все классы открыть с одного удара, всех свиней убить. О, да, ребят. Кстати, в сундуке надо пару раз тапнуть. И вуаля, золотое яйцо. Так, хопа. Нате вам. И хоп. Давай еще, Боб, мой электрошокирующий друг. Опа! И да, ребят, кстати, королевская рогатка тут помогает пробить защиту свиней, как ничего делать. Так, давай еще. Я не знаю, сколько я выдержу, но я, ребят, скажем так. Я, ребят, сколько локаций выдержу, столько и выдержу. Так, еще. Так, давай. Хоп. Кстати, хорошо, что у нас, скажем так, бесплатные вот эти вот прицелы, что ли?
Давай. Оп. Смотри, 4 звезды. А тут вообще на изи как-то. Бомба надо пульнуть сюда. Вас монет 10 и еще усиление. Так, давай еще. Смотри, сколько тут свинины. Так, хорошо. Так, ну в смысле? Давай, оп. Три звезды. И да, ребят, если вы думаете, что я не знаю о том, что как бы Ингберц эпик очень длинная, то, ребята, я прекрасно знаю, что вы думаете. Да, Ингберц эпик длинная. Опа! И знаете, ребят, я вот не знаю, как вы думаете, а вот я думаю, что... Как по мне, так кровью стали, извините меня, продажными скотинами, потому что тут, блин, за все теперь надо платить. Точнее, как за все? За уровни платить. За усиление платить. За билеты тоже платить. И тебе, знаете, глядя на статистику, у меня сейчас 104 звезды, 64 рубина и 617 монет. Это, знаете, как по мне уже ничего так... Еще на мое усмотрение. Хотя, знаете, раньше такого не было. Раньше все было просто. И да, ребят, раньше было really просто. Что вот серьезно, глядя. Потому что было раньше, так раньше была халява, а сейчас. Сейчас-то халява пропала. Что вообще творится с мировым игровым миром, я без понятия. Так, ну и конечно же тут боссеры. Первый достойный босс — это Шлемак у нас. У нас стоит он в центре. Мы его вынесли, как нечего делать. Шоквейв, 15 рубинов и 30 монет. Время катсцен. Адьёс, Шлемак. Остальные свиньи удирают. Но им от меня не уйти. Да, ребят, что вообще творится с нашим мировым миром, я вообще без понятия. Так, теперь, ребята, где тут золотое яйцо? Оно находится в мячике. Его, в принципе, достать как нечего делать, в принципе. Сейчас просто запустим бомбу, что ли. Хопа.
Пока, свинка. Конечно, что сказать про взлом, ребят. Давайте, ребят, мы будем честны насчет взлома. В последней версии нету там вот этих бесконечных увеличений. О, 20 монеток, очень даже кстати. То есть их там не было. Знаете, чего еще тут нет, ребят? А я вас скажу. Вот, ребят, нету читов на вот эти вот изумруды, которые, кстати, очень даже сейчас в ходу, насколько я знаю. И монетки. Но, блин, ребята, если эти монетки, так сказать, увеличивать до неимоверного количества, то мы можем покупать, если у нас чего-то не хватает. Конечно, монетки, они покупаются либо в виде подарочков, которые тут в виде свинок лежат, либо, ребят, мы их можем заработать в могучей лиге, что ли. Вперед! Так, ладно. Это такое. Немножко отвлекся. Конечно, могли бы спросить, а в принципе, а в чем же проблема-то? Монетки-то в принципе не обязательно, главное, чтобы пауэрапсы были и все такое. Но нет, ребята, тут дело в том, что загвоздка такова, что тут монетки вам пригодятся. Я вам потом покажу в магазинчике. Сотрясение, 5 рубинов и 20 монет. Нормально. Плюс тут еще монетки даются как? Тут, ребят, смотрите. За каждую звезду вам дается определенное количество монеток. За одну, одну. За две, две. И за третью, конечно же, три. Поэтому тут, в принципе, ничего сложного, думаю, нет. Если, конечно, разобраться. Опа. Так, вот тут, ребят, будет реально сложно. Ну, по крайней мере... Тут, ребята, вы должны, так сказать, пробить всего-то. Уж, ребят, тут рели свинья настолько сильно забралась вовнутрь, что, наверное, испугалась нас, что ли. И сюда. Пускай бомба. Сюрприз, свинки. Батя в здании. Так, давай вперед. И, кстати, ребят, если вы активировали в новой версии взлома прицел, то имейте в виду, что он у вас будет автоматом выскакивать 5 минут. Вот и все.
Так, ну и ладно. Это бывают такие моменты, когда, ребят, не надо дополнительную птицу вызывать. И тогда придется ждать. Уже, ребят, смотрите. Оп. Кнопка появляется. Примота, когда вы, ну я не знаю. Когда вы прошли уровень, но... Стоит бомбу только появиться на арене, так все. Ну смотрите, хоп. Исчезла. Потом ее не было. И вот ответьте мне, пожалуйста, зачем? Why developers doing that? Так, давай еще. Хоп. Получайте. О, нормально вынесли. Так, тут можно, ребят, также птицу трясение использовать. Кстати, хорошо действует на вот эти вот колонны, что ли. Опа. Батя в здании. Так, сейчас применим. Боже, какой там шум, честно слово. Уже, ребят, что тут нельзя контролировать громкость. Да, вот смотри, тут, однако, такого система действует все-таки. Смотрите, у меня сейчас было 120 звезд, я трачу только 2, 118. Ну, знаете, ребята, крутится, будто тут, ну, я не знаю. Все застали такой системой, что ли, как деньги? А зачем? Ровио, вы же сами себе могилу роете. После этого, знаете, уже играть не хочется, что ли. Да, спасибо, Ровью, за такие моменты. Так, вот тут будет реально сложно, особенно если, ребята, не знаете, куда палить. Но если у вас электрошок, значит, ребята, палите прямо. В принципе, легко. Звезды. Так, вот второй босс, а именно усатый барон. Он тут у нас как бы главный свин.
и шлемаки его охраняют. Ну конечно, кто мог подумать. Сад обороны вообще ненавидит свиней. Давай, пошли. Пока, усатый барон. А король свиней ушел, сука. И теперь смотрите, в чем прикол. У нас звезды есть, но чтобы их открыть, мы должны, ребят, пройти предыдущую локацию. А то, ребят, так вообще. Куча уровней, но мы их пройти не можем. Ай-яй-яй, какая досада. Так, ну ладно. Так, тут проще птицы трясти не использовать. Или нет? Еще раз. Строил Вортекс. Еще раз. А, кстати, Вань. Знаешь, что я думаю? Это как ты, но, как по мне, ровью превратили злых птиц в одну сплошную такую систему. Может, смотри, за уровни тут надо платить. Ну смотри, чтобы пройти, ты платишь две звезды, что ли. И все. Так, тут проще, ребят, птицы трясти использовать, чем электрошок, потому что электрошок тут действующий, как бы. Как бы не поможет, в смысле. Давай, давай, давай. Опа. Ладно, давай тогда как-то так. Так, хорошо. Знаете, ребят, тут есть еще не удобно, которое то, что тут, знаете, тут иногда камера поворачивается не самым удобным образом. И сложно наблюдать вообще за всем происходящим, что ли. Оп. Ребят, мы идем. Просто надо запомнить сюда. И баба. Так, сейчас. Давай, давай, давай.
Давай, оп. Так, тут бы и посложнее, поэтому объясняю стратегию. Тут за одну птицу вы, ребят, не сможете никак пройти. Поэтому тут, ребят, вам надо действовать хитро, что ли. Ну и все. На изи вообще. Лишь, ребят, вы можете утроить награду. И за это он дает плюс 12 монеток. Как-то мило. Но я не хочу. Нате вам. Опа. Благо тут хоть монетки не забираются, то что ты пытаешься пройти левел, что ли? На тебе, сука, получай. Ахаха, бедный барон. Не повезло ему, когда на него столько... столько блоков попадало. Следующие игровые кубики тут появились. Ребят, с каждой новой локации тут, знаете, пытались добавить что-то новое, что ли? Что-то свое, ну или не знаю. Но тут, как по мне, так уровни проходятся, в принципе, даже с усилениями за минуту или две, что ли. Максимум за 5, конечно. На тебе, сука. Ай, не достал. Ай, карамба. Опа. Да, это не игра, а торговая система какая-то. Деньги, изумруды, звезды, блин. Тут все в обиходе, блин. Разработчики, пожалуйста, обновите, пожалуйста, точнее хакеры, обновите, пожалуйста, взлом. Потому что вас потом за это хейтить будут. Я правильно говорю, ребят, или нет? Так, тут, в принципе, все предельно просто. Надо всего-то птицы трясения использовать и все. На изи. Ну, почти на изи. Так, окей. Так, попробуем как-то тогда бомба запульнуть сюда, что ли? Пока свинка. Падай, 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 падай. Хоп. Так тебе и надо. Точнее, так вам и надо. Обоим. Оп. Опа. Так, еще мне тут плюшек подвезли. Так, стоп, это я на каком уровне? А, 3.15. Ну, конечно. То есть тут еще далеко до босса. Очень даже далеко.
насколько я знаю, ребята, то кажется, в первых двух локациях там по 21 уровню на одну страницу, что ли. Хорошо. Кстати, ребята, если что-то можете рассказать свои новости. Да, кстати, скучно все время. Ничего нового я не могу сказать. Но разве что кроме того, что меня замело, ребята. Так, еще. Короче, у нас тут, ребята, на улице зима, вообще отходить не хочет. А, на изи вообще было. Подумаешь, три бомбы запустить электрических и все. Опа. Это вообще на изи будет. Ни одна птица не выстрелила. Лол. И сейчас босс. Король свиней. Со своей свитой. Все свиньи собрались. По крайней мере, эти свиньи, которые были. Давай, свинка, падай. Эй, свинка. Свинка Пеппа. Иди отсюда. Эти яйца наши. И еще золотое яйцо за то, что мы прошли всего не 3 звезды. У-ху! Катсцена тут. Все, королев мне отпиздили. А Магнова типа, я еще вернусь. Так, потом у меня 137 звезд, 139 рубинов и 1117 монет. Ну а чё, неплохо так. Золотые яйца пополняются. Так, поэтому ладно, сейчас мы идем на уровень могучей подделки. Поддельные яйца, чё за фигня? Троица нашла тут следы. Очаг типа закричал: лови свинок! Или лови свинину. Тут, кстати, тоже будет по 21 уровню на одной странице, ребят. Но знаете, тут отличие в том, что тут, ребят, знаете, ну, только две страницы, да и эта локация отправится чуть-чуть быстрее. Ну, давай же побыстрее пропускайся. Так, а сколько у меня человек смотрит? О, у меня 3 человека смотрит и 5 лайков.
Спасибо, ребят, что поддержите меня. Опа. Для меня очень важна ваша поддержка. Если бы вы знали, насколько. Оп. Так, и тут, ребят, кстати, ничего нету. Вообще ничего. Даже если вы разобьете резиновую лодку, вы ничего не найдете. Не старайтесь. Бомб. Надо отвезти как можно больше свинок в этот стрим. Так, опа. Да, ребят, если бы было возможно, то я бы, ну, я не знаю, заспидранил бы Angry Birds. И вот тут у нас есть золотое яичко. Хопа, иди сюда. Да, золотое яйцо. Хопа. Отлично, еще плюшки. Так, вот тут реально будет хард, ребята, пройти, потому что тут, скажем так, обратите внимание на вот эти вот все камни, которыми себя свиньи окружили. Видите, как туго тут пробивается все. Вау, это что, танк, что ли? Вы издеваетесь. Против меня танк и артиллерия высылает, сволочи. А вот вам ответ вашему танку. А это уже похоже на бункер, что ли, какой-то. Знаете, ухрюши. Сейчас ему в бункер залечу, сволочь. Ха, никакого бункера вообще тут не было. Отлично. Оп. Так, тут явно бомбу надо хорошенько постараться с тобой пробить. Тут абсолютно все деревянные блоки. Но все-таки пробил. Еще рогатка.
Так, хорошо. Так, интересно, что мне там Ваня пишет. Мой дорогой, любимый Ван Диамет. А то чую, что он же там волнуется, где я. Хотя кто его знает. Хоп. Хорошо. Так, хорошо. Давай, давай. Так, усиливать этот раз бомба не буду. Обойдется. Вот так заколебал. Ну тут, ребят, рели... сложно, потому что тут чаками очень даже сложно пробить эту свиную защиту. На сверх тут сохвалось довольно таки много, как по мне. Я даже уже не сосчитал, конечно, сколько, но это такое. Три звезды. И хопа. Так, ладно. Давай. Так, хорошо. Так, Ваня был у нас в сети полчаса назад, ну и ладно. Пишу, где мне там все в порядке. Да знаете, ребят, мы с ним обещали, что у него будет кооператив. И у меня тоже, в принципе. Опа! Так, хорошо. Ока. Так, ребята. И тут есть король свиней. Ну, это, кстати, не настоящий король свиней, так что обломитесь. Тут у нас король свиней фейковый. Кстати, у нас поддельный. Это вот такие дела, ребята. Так, плюс еще плюшки. Три звезды. Да, птица будет типа: эй, ты, король свиней, ну вернись отсюда. Ты вернись сюда.
Так, а сейчас, ребят, подождите-ка, мне надо на минуточку зайти в ВКонтакте. А вот уже кто-то написал. Ну или я не знаю. Потому что, ребят, если мне написали, то это уже, ребята, нехорошо, потому что я не читал вообще, что там происходит. Поэтому, ребят, небольшая пауза. Так, что-то он не написал. А, ничего не написал, ну и ладно. Фиг с этим тогда, ребят. Ну и ладно. Стоп. Зачем я Яндекс закрыл? Интересно. Ай, ладно. Пофигу. Так, в смысле приостановлено? А, Миш. Так, ну все. Все в порядке, ребята. Так, давайте-ка тогда продолжим эту локацию проходить. Будем надеяться, что стрим не пропадет, как бы. Опа! Давай, давай, оп. Ты смотри, тут детская площадка. Даже эдакие скейтборды тут есть. Наверное, это отсылка, ребят, знаете, на нашу культуру, что ли. Потому что мы любим на скейтах кататься, все такое. Ну и ладно. В основном тут на скейтах катаются шлемаки. Хоп. Доки. Кстати, ребят, вот история со своими птицами мне напоминает историю Украины и Крыма. Вот и все. А именно то, что Россия своровала Крым. У нас украинцев, что ли. Ну и типа это наше. Три звезды. Хоп. Еще хоп. Так, хорошо. Идеально. Так, ну тут надо бомбу запустить чуть пониже. Оп! Ну смотри, сколько мы свиней завалили. Опа! Отлично. Свинка. Уже такие декорации, как бананы, появились. Я, кстати, не сразу заметил. Самое интересное, ребят, я не знаю почему, но тут всегда затемняется как, когда у вас, ребята, будет ваш электрошок. Ребят, электрошок, сзади эдакий имбовый бес наш. В каком-то смысле.
То есть для этого персонажа, как ни странно, тут преграды для него не страшные. Ну, раз, ребята, может остановиться перед железом, что ли? Три звезды. Опа. Так, хорошо. Да что тут просирать не надо. Давай, пропускайся уже. Опа. Оп. Такс. Давай, маленькая свинка, иди сюда. Да, тут, видимо, свиньи типа рыбачат друг на друга. Я не знаю, такое чувство, будто мы рели этим свиньям заняться нечем. Это что, типа гольф-клуб, да? Да ладно. Ну, кстати, ребят, это такое подобие колес появилось. Вот оно, кстати. Колонны появляются еще в первой части. Клубничка появляется. Еще другие виды колес. Много тут фрукты не раскидываются, что ли? О, подлодка. Так, тут еще у нас пончик, арбуз, яблочко и что еще? Свинина, что ли? А, мясо свинина. А еще и флаг появился, ты смотри, не заметил. Короче, ребятка, по мне так тут очень даже много... Очень даже много всего, чего появилось. Так, еще плюшки. Так, сейчас мы запустим птицу сюда. Опа. Так, вот сейчас, ребята, самая сложная задача. Достать всех свиней. Я знаю, это будет нелегко, но все-таки... Так, тут надо разбить как можно больше всего. Серега Великоречен, здорово, как тебе делишки? Добро пожаловать на мой канал. Я, конечно, не Ивангай, но, ребят, меня тоже зовут Ваня, поэтому назвать меня тоже Ваня. Не заходите. И я, ребят, немного приболел. И, к сожалению, на улице у меня метет. Кстати, как у вас погода?
то, знаете, постоянно сижу, дома сижу, и никаких новостей не получаю. Давай, давай, бомб. Еще сюда, хоп. Я рад, что у тебя нормальные дела. Если бы еще и погода была нормальная, так было бы вообще клево. Или нет, ребят? Или вы хотите, чтобы, я не знаю, зима не отступала аж до июня месяца, что ли? И да, ребят, если вы, ребята, внимательно были, то наверняка заметили там золотое яйцо. Опа. Проще всего достать это яйцо Матильдой. Так, запустим могучего орла. Ну так, прикола ради. Интересно, зачем его закинул? Отлично. Так, ну и в принципе осталось всего ничего до босса. Осталось только этот лов пройти и все. Привет, Шок Лок Плей, здорово. Как у тебя делишки? Я тут уже до второго босса дошел. Сейчас я ему тут его свиную морду буду бить. На изи вообще было. Только вот почему-то написал вместо вопросительного знака, то есть вместо восклицательного знака вопросительный. Я не понимаю, зачем? Золотое яйцо и плюшки. Опа. И все. Кстати, как у вас погода? Шок Лок Плей. Ты знаешь, меня замело. О, король заховался, типа. Все. Так. Все, давай сюда. Флок Фейворитс. Это, кстати, ребята, насколько я знаю, это, скажем так, бонусные уровни. Точнее, набор уровней. Как тебе столько птиц? Шок Лок Плей, да все очень просто. Я скачал с сайта с android.ru. И все. И да, ребят, я не взламывал. Я скачивал взлом. И тут, ребят, кстати, этакая вот экосистема, именно то, что тут, знаете, уже надо уровни покупать за звезды. То есть, прошел уровень и хочешь поиграть в другой, пожалуйста, отдавай звезды. Вопрос, где, блин, логика? Я не понимаю. Ну, 10. А мне 23, Шок Лок. Да, мне рели 23 года.
Но я, ребят, общаюсь со всеми. Хотя, кстати, ребят, тут... Это как его? Тут, скажем так, по хронологии, Flag Favorites, он предшествует... Он после... Он после... Скажем так... После всех событий идет. Что мне снимал? Да, я не взламывал, ребят. Игровой канал Филиппович Плей. Здорово, как у тебя делишки? Кстати, как там у вас погода, ребят? Поделитесь. А, что тебе снимать? Шоколад Плей. Чтобы снимать, в принципе, всего-то надо комп мощный иметь и программу эмулятор KO Player, через который я, кстати, записываю. И, кстати, ребят, если вы не в курсе, то я, ребят, спешу вас обрадовать, что целую неделю я буду снимать игры по Angry Birds. Так что возрадуйтесь, любители злых птиц. Холодно? Да, мне тоже холодно. Это же знакомое чувство. Когда холодно, надо... Либо хорошо одеваться, либо я не знаю. У батареи сидеть. Так, плюшки. Пропиар. Если честно, то я пиаром не занимаюсь, ребята. Я серьезно даже не знаю, как это делается. Потому что, ребят, ну вот рили. Пиарство это не мое. Ставим птицу на место. Ну если, ребят, прорекламируй. То, в принципе, могу хоть прямо сейчас. Ребят, подписывайтесь на канал Shock Lock Play. Ему 10 лет, он только начинающий ютубер, поэтому давайте поддержим растущее поколение. И самое главное, чтобы это растущее поколение не материлось и снимало только нормально обзоры. Вот и все. Потому что я, ребят, знаю таких школовок, которые любят поматериться на своих видосах или давать советы, которые, ну, я не знаю, не действуют, что ли. Я не матерюсь. Ну и правильно делаешь. А ты знаешь, если ты будешь материться, то тогда тебя вообще никто смотреть не будет, потому что, ну блин. Тебя же, по идее, смотрят такие же школьники, как и ты. Только разве что немного младше, что ли. На видео. Ну так правильно делаешь, что на видео не материшься. Так, это уровень из Bad Piggies. Я это знаю. Да, ребят, тут есть одноименная локация к игре Bad Piggies, которая, кстати, стала эдакой рекламой продукта, что ли. Кстати, вот этот фиолетовый шарик, его не уничтожить. Он, ребят, сам может лопнуть, если вы его отправите в полет. Пока, Хрюша. Что мне снимать? В принципе, Shock Lock Play. Единственное, что я могу посоветовать тебе снимать, так это...
снимай мобильные игры и помогай проходить другим людям эти мобильные игры. Потому что, знаешь, есть много таких людей, которые хотят, ну я не знаю, которые хотят пройти игру, но не знают как. Вот и все. А вы, ребят, наверное, думаете, почему я снимаю какие-то игры, что ли? А потому что, ребят, я снимаю не потому, что я вот так вот взял и захотел, а потому что, ребят, знаете, я снимаю в первую очередь зачем? Я, ребят, снимаю, потому что мне это приносит удовольствие, и потому что, ребят, я хочу всегда делиться своим мнением об какой-то игре или игровом процессе вместе с вами. И что я могу сказать про Angry Birds? Так, в принципе, с одной стороны, вроде бы игра неплохая. Но, ребят, рели, эта игра, она, скажем так, может вас нехило так потрепать нервы вам. Это игра, скажем так, она может вам с одной стороны понравиться, с другой нет. Разнообразие птиц, разнообразие уровней. Графика очень даже хорошая, а вот сложность оставляет желать лучшего. И, конечно же, то, что тут, ребята, много транзакций. Вы, ребята, вообще посмотрите, за сколько они дерут с вас. За 3200 рубинов у вас возьму 1400 гривен. Кому это надо? Ну или условных единиц. А вот 4500 монеток вам дадут за 1200 вот этих рубинов. И не взломали. И теперь давайте-ка объясню. Тут, ребят, этакая экосистема. Хотите поиграть в уровень, платите, пожалуйста, звезды. Что это вообще такое? Объясните, пожалуйста. И да, Шоклокбой, спасибо, что прорекламируешь меня. А вот ко мне народ подтянется. Так, наводящийся ред. Стоит нам только тапнуть на какую-то свинью, так все. Миром прилетит. Снимай игры на Android. Да на изи вообще. Тем более, что, знаете, ребят, я очень даже люблю планшетные игры, что ли. Хоть у меня планшет уже давно не работает, но все равно, ребят, у меня эмулятор Android есть. И да, ребят, я не сторонник iOS. Я, ребят, знаете, снимаю в основном только ПК-игры, да и то с сюжетом. Онлайн-игры, скажем так, меня не интересует. Разве что только кооперативные, что ли. Кооперативные игры для меня, ребят, очень даже хорошие, как по мне. Потому что в кооперативных играх вы, ребята, учитесь взаимодействовать друг с другом. А не с какими-то компьютерными персонажами, что ли. И, кстати, ребят, если что, то я украинец. Слава Украине! Поиграем вместе. Да, в принципе, можно. Может, мне даже поискать в Стиме. Я в Стиме тоже есть, ребят. Так, спокойно. Так. Ох, сколько тут свиней. Мама дорогая. Только свиней я уже не помню, когда я последний раз видел. Но задники, ребята, задники. Тут они обалденные, как по мне. Отлично.
Как да, но на Android. Ох, я не знаю, ребят. Если честно, то меня просили сыграть в Roblox, но у меня, ребят, к сожалению, одна небольшая проблема. Мой ПК не поддерживает Roblox. То есть невозможно поиграть будет. Ты меня смотришь. Ну да, смотрю, конечно. Так, а вот и король свиней. Тоже мне уселся как в Bad Piggies. Ладно, свинина, сейчас я тебе устрою шоу. А ну-ка, оп. Давай, давай, давай. Так, плюшки. 3 звезды. Опа. Прайв блок страйк. Кстати, хорошая идея, потому что, как бы, в блок страйк, в принципе, рубятся мои племянники. О, кстати, у них каски, поэтому тут сложно будет их пробить, конечно. Но все равно, ребят, что, как бы, можно в мобилке поиграть. Можно, ребят, знаете, попробовать записать через эмулятор, а у меня тут, ребят, поддерживает игры на Android, которые, сейчас скажу, до 4-й версии Android поддерживает. Вот и все. Правда, не помню. Я не помню, ребят, какие там игры поддерживает Android 4, но это такое. А ну слезайте, свинки. Да, ребят, эта локация — это солянка из левелов, которые уже были. Как-то не странно. В смысле? Хотел запустить. И тут золотых яиц нету. Я Дима Ващенко. А я Ваня. Просто Ваня. Но я не Ивангай, ребята. Так что, давайте-ка, ребят, я попробую попрыгать в стиле Ивангая. Хаю-хай, с вами не Ивангай. Ивангай отдыхает. Как по мне. Это так, шутка. Я люблю имя Ваня. Это и сразу, но я тоже. Так, стоп. Я, конечно, ребят, мог бы просто-напросто назваться тоже Ивангай. Или снимать ролики, как у него. Но, знаете, ребят, я не так сильно умею развлекать публику. Вот и все, поэтому я не снимаю такие ролики, как он. Ну давай, хоп. Ну что ты будешь делать? А ну-ка,
Хоп. Это же лицо. Шок-вок-плей, я, кстати, свое лицо показывал на свой день рождения, а именно я его показывал 2 марта, поэтому можешь посмотреть, в принципе, в истории. Хаю-хай, с вами Иван, с вами Sweet Cupcake. Ха-ха. Привет, Sweet Cupcake, здорово. Но я поздороваюсь с него по-другому. Хаю-хай, с вами не Ивангай, ребята. Лицо я, кстати, ребята, показывал также на стримах по Sims, поэтому, в принципе, вы должны знать, как я выгляжу, если вы смотрели, конечно. Между прочим, 2 марта, ребят, я с вами общался, то есть с вами подписчиками, я общался не как обыкновенный геймер, который, я не знаю, хочет поиграть в игры, а как простой человек, который играет, который, ну, не играет, а, скажем так, простой человек, который... Как человек... Человека, вот и все. Ну, если попроще, конечно. Попробуй на следующей неделе поиграть в глаза ужаса. Мое. Не приветствую, Хайшкин. Да. Так, ох-ох-ох, так. Так, вижу тут несколько... апгрейдов. Давайте-ка сделаем эксперимент. Опа! Мыльный раздвоился и увеличился. Ха-ха-ха. Пока, Хрюша. Ты смотри. Это, кстати, наверное, отсылка к Кадзроб. Нет, я не люблю страшилки. О, какая жалость. Я, ребят, страшилки люблю. Если на сайте страшилки, хорроры... Ну, хорроры я, конечно, не очень люблю, конечно, но все-таки люблю. Оп. Ты смотри, как свиньи раздулись. Я заяц. Ха-ха-ха. Заяц, волк, приятно. Опа! Хоп! И... хопа! Так, тут будет немного посложнее. Кстати, вот эти вот резиновые колесика, они, скажем так, не ломаются. Поэтому, ребят, не старайтесь, вы от них не избавитесь. Я боягусь. Ничего страшного. Знаешь, что Клокплей? Боятся все многие, поэтому не думай, что если я такой взрослый, что мне 23 года, то я тоже вообще ничего не боюсь. Так, у нас тут есть вот такие вот генераторы пузырей. Их легко можно как бы замочить, что ли. Но имейте в виду, что если, ребят, не уничтожите это, то все.
Вперед! Опа! Совет Раша Сонг. Моего 26. Каю черный. Каю чой. I'm not Russian. I'm Ukrainian. La 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 la. Да-да-да, я знаю гимн Украины, но все-таки, ребят, я не пою. Я украинец, черт забирай. Я цим пишаюсь. Опа! Сделай меня бодрым. Нет, Шоклок, я не сделаю, потому что я уже назначал как-то одного модера. Так, этот модер мне всех моих подписчиков заблочил. Так что поэтому пришлось его убрать. Хорошо, нет, модером я не буду делать никого. Ну, по крайней мере, я не знаю, может быть, Ивана Диомеда сделаю своим модером, потому что, что-что, а вот Иван Диомед, как бы нормальный чувак, как по мне. Очень даже нормальный. Я бы сказал, что он хороший друг. Я понимаю, что ты добрый, но, знаешь, все-таки я не хочу, чтобы снова моих подписчиков заблокировали, чтобы потом все. Поэтому лучше я его сделаю модератором. Потому что я вас знаю, ребята. Вы все сначала добренькие-добренькие, а потом хоп, и проявляйте свой характер. Это, ребят, кстати, отсылка на самый последний уровень. Может, еще не было канала. Ну, сейчас Виткат Капкейк. Я не знаю. Не знаю, не было канала или был. Но последний о том, что как бы тот модератор мне всех моих подписчиков заблочил, мне пришлось их заново разблокировать, и потом все. Так, флаг фейворитс мы прошли, ура! Три звезды. Так, у которого у меня 179 звезд, 259 рубинов и 1939 монеток. Так, тренджеров, я иду. И тут, ребят, интересное. Подписчики, подпишитесь на меня. А может, это хейтеры? Может быть. Свит Капкейк, я не знаю. А ну стоять, свинина! Которая ставит дизы. Может быть. И тут, ребят, кстати, интересный момент. Это, кстати, скажем так... Локация, которая будет впервые проходить над землей, что ли? Я не хейтер. Шоклокплей, я тебе, конечно, верю, потому что... Ну, блин. Я понимаю, что не все... Не всем нравятся мои видео, но все-таки, ребят. Есть такие люди, которые... Не любят ваши видео, и поэтому ставят дизлайки. Мне все равно. Ну-ка, давай. Так, и хопа. Вперед!
Отлично. У нас уже трансляция 2 часа идет, как это мило. Так, а вот Тукан Хелл. Он у нас, кстати... один из, так сказать, ключевых пейзажей, поэтому, в принципе, надо его спасти. Еха! Йоу, Хелл, иди сюда. Я люблю этот канал, но у меня школа. Ничего, Sweet Cupcake, я понимаю, что как бы у тебя школа. Не все же время тебе как бы смотреть каналы. Это такое. Так, еще. И Хелл, кстати, ребята, это птица-бумеранг, что ли, как по мне? Вот он и его способность. Так что, ребят, я не знаю, как вы, но... еще мне приятно, что как бы есть такие люди, которым нравится мой канал, которые, ну не знаю, смотрят, ставят лайки, комментируют, и которые ждут моих трансляций, ждут моих видосиков. Если вы, ребят, думаете, что... я Серфа Край или какую-нибудь другую игру обойду страной, то нет, вы ошибаетесь. Потому что вы можете всегда оставить в сообществе на Ютубе свое мнение. То есть, что вы хотите. Что вы хотите, в принципе, видеть на моем канале. Он тупой, Хелл. Ну, в принципе. Я бы не сказал, потому что, если вы не в курсе, ребята, то я напомню, что, во-первых, Хелл появился еще в Angry Birds Seasons, а именно Хелл он появился еще, кажется, на локации Summer Picnic, или Пикник. Он тогда помогал спасти... яйца птицам. Правда, сделан это добровольно. И птицы его не пускали. И вот тогда, когда все птицы с ним ошились, он запустил себя. И как только открыл клюв, то он улетел обратно, задавив короля свиней и забрав тем самым яйца. Так что скажешь, так это такая птица-герой, что ли? Ох ты, смотри, сколько свиней здесь. Вот у меня каникулы с 26 марта по 1 апреля. О, ребята, помню я 1 апреля. 1 апреля никому не веря. Да, ребята? Насколько я знаю, то... 1 апреля это день дурака, что ли? И у меня. Лично у меня, ребят, каникулы, знаете, до июня месяца, потому что, скажем так, у меня другие планы. У меня сейчас учебы нет. Просто я учился в педе, но ушел. Поэтому сейчас я не учусь. Просто, скажем так, решил найти себе любимую профессию и потом же учиться. Симпсонов играй. Ну, в принципе, почему бы нет? Я Симпсонов и так уже всех прошел, по крайней мере... которые у меня были на Xbox и на ПК. И да, GTA 5 у меня тоже будет, ребят. Но, правда, не на стриме, а так. Скоро будет на канале. Когда именно, я не знаю. Все-таки. Посмотрим, ребят. Посмотрим. Я вижу, когда
Птицы, кроме хаоса, стреляли по свиньям, чтобы сопротивляться, но они не могли, как Хелл. О, да-да-да. Да, Свит Капкейк, ты прав, так что... Скажем так, Хелл... И в каком-то смысле вручил, что ли? Именно тогда. Три звезды. Так, стреляем сюда. Опа! Давай, давай. Ладно, тогда бомб сюда. Ты смотрел фильм Angry Birds? Да, ребят, я лично смотрел. Я даже высказывал свое мнение. С одной стороны, вроде бы... Фильм детский, но с другой стороны, ребят, знаете... Знаете, что мне не понравилось? Так это шутки ниже пояса. Так, и тут, ребят, золотое яйцо есть именно в этом шарике. Поэтому делаем проще. Сначала делаем вот так. Если оно задеет, то не надо. А если не задело, значит... Хоп. Вуаля! Решил отомстить свиньям. Сделав бумеранг, Хелл забрал яйца, а Капрал съел сковороду, и Хеллу прицепили три медали в виде звезд. О, да. Адьос, свинка. Пиздец тебе. Обожаю могучего. А правда, я перо не буду собирать его. Мне все равно, ребят... Перо могучего орла ничего не даст. Так, ну-ка сейчас как-то туда запульнем. Ты матом ругнул? Нет, вообще-то, ну... Да, ребят, я понимаю, что я ругаюсь, но все-таки... Блин! Мне 23 года, мне позволено. Мне можно, ребята. Но Sweet Cupcake, он как бы... не матюкался. Просто, ребят, я могу объяснить, почему не надо маленьким детям материться. А я, ребят, объясню. Потому что, знаете, всегда маленьким детям задают интересный вопрос. Вот ты, матюк, сказал, а ты хоть знаешь, что оно означает? Вот и все. Бедный шлемак. Король свиней валит, держи его. Вас, ребят, прекрасно знает значение всех слов. Опа. Ночной город сейчас будет. Тебя смотрят дети. Я знаю, что меня смотрят дети. Но, блин, ребят, давайте будем честными. Кто смотрит подобное видео? Я более чем уверен, что есть... Не только дети, но, скажем так, еще и, ну, я не знаю, взрослые, которые смотрят. Ну что, например, если включить на громкую катушку, то он ругает. Ох, да. Да, ребята, так что поэтому не врубайте на полную громкость, иначе все, ругать вас будут. Я смотрю RYTP.
Нормально. Простите. Так, сейчас мы дойдем до конца этой локации. И все. Ребят, будем потихоньку заканчивать. Пока, шлемак. Хоп. О, прикольно, уже тачки делает свинки. И пытается их тестировать. Нормально. Свиньи, скажем так, они, в принципе, они не типичные злодеи. Они, скажем так, вообще злодеями не являются. Потому что если вы, ребят, почитаете руководство Angry Birds, то, ребята, знаете, что свиньи, они вообще не хотели причинять птицам вреда, они просто хотели поесть. Снимай блок страйк. Ну, потом сниму, может быть. Но RYTP бывает без матов. Ну да, бывают такие. Да, типичный ресторан. Тут, видите ли, кассир сидит. Тут посетители. А сверху, как всегда, куча еды. Ну, на чердаке, в смысле. И, кстати, ребят, сегодня вас ждет кооператив с Диомедом. Я с ним тоже буду снимать стрим. Потому что, как бы я ему обещал. Да и, в принципе, он мой друг. Мы поиграем вместе. Там можно потом как-то... Так. Голливуд. Это, кстати, отсылка на местонахождение Голливуда. Там большими буквами написано Голливуд. Это, ребят, кстати, реальная отсылка. То есть, скажем так, пасхалочки пошли. Эдакие. Три звезды. Опа. Так, а это уже явно отсылка на Макдональдс. Напиток. Картошка фри. И... бургер. Ха-ха-ха. Кто любит Макдональдс, говорите я. Причем сразу. Я... Так, а вот и автобус. Типа, дети, садитесь в автобус, мы вас отвезем в школу. Хотя не понятия не имеет, что этот автобус вообще в школу не доедет. Пока. Да, а у Парона, наверное, такое лицо было испуганное. Так, стоп. Кстати, я тоже люблю Макдональдс. Это что, типа... Это что, типа... Это что, патимейкер? Или не знаю, что это. Стоп. Чё столько свиней собралось? Над фонарями. Такой сейчас вот, не знаю, концерт какой-то был. Три звезды. Опа. Так. Ладно.
Давай, хопа. Так, еще плюшки. Я нет, потому что еще тогда он убивал ежей. Из-за того, что любили... Люди бросали на улице мороженое, я люблю Питтсбург. О, да, пиццу я тоже люблю. Так, стоп, 1982 год. Так, а что у нас, ребят, происходило в 1982 году? Надо бы забить поисковик. Отсылочки, отсылочки уже. 1982 год. Ох, если бы знать. Просто тут, наверное, я не знаю. Первая машина была произведена в 1982 году. И 40, шутка. Вот так нормально. Так, ладно, потом узнаем, что означает этот год, 1982. А, стоп, это же, наверное, первые гонки. Ну или, не знаю, Формула 1, что ли. Если, ребят, кто-то может забить, то, пожалуйста, забейте, расскажите мне, что это за отсылочка такая. Потому что я более чем уверен, что, ребят, интересно не только мне, но и вам тоже. Так что, в принципе, а почему бы не узнать, а? А ну-ка, хопа! Вперед! Так, отлично. Так, бомбу мы запалим куда-то сюда. Давай, пропускайся. Опа, ты смотри, в нас уже... Точнее, не на нас, а на НЛО уже смотрят. Оно, летающие тарелки свиней. Опа! Оно, усатый барон смотрит через телескоп, что ли? И там проводят игры. Ну да, я знаю, что там проводят игры. Ты любишь «Время и стекло»? О да, ребят, группа «Время и стекло» я знаю. Музыкальная такая группа я знаю, я слушаю ее. Особенно, знаете, ее слушает моя лучшая подруга. Так что, в принципе, группа очень даже клевая, как у меня. Так, сейчас у нас тут босс, а именно усатый барон там висит на своем королевском шарике. На своем воздушном шаре. Какая разница? На тебе, свинина. Эй, свинина, получай. Опа. Так, еще плюшки. Три звезды. Тамс. Ну че, усатый барон? Я тебя морду набил. Остался только король. Правда, куда он улетел, это еще тот вопрос, знаете ли. Давай. Ага. Так. А свиней-то сколько? А тем более, все спрятались за камнями. Давай, давай.
Опа. Хотя на удивление, в принципе, реакция свиней на то, что мы, так сказать, пускаем птиц, очень даже странная. Они как-то вообще не реагируют на то, что тут как бы птицы, все такое. Хотя, сколько знает, то кажется, в Angry Birds 2 там очень даже нехилая, так сказать, реакция на то, как вообще звертить запускают. И, кстати, ребят, обратите внимание на вот эту вот надпись Итан. Это, кстати, отсылка на одного из, так сказать, разработчиков этого уровня. И тут у нас, ребят, появляются такие впервые неразбиваемые мечи. Наша местина ма. Пизбург. А жаль. Жаль, нету. Вот у нас, ребят, есть, знаете, такая такая пиццерия Челентано. А, и, кстати, ребят, знаете, что еще самое интересное? Самое интересное, ребят, что когда вы смотрите на эти задники, то, знаете, у меня чувство, будто, во-первых, мы над землей, это в любом случае, во-вторых, такое чувство, будто, ну, я не знаю, мы в сказке Джека Бобового дерева, что ли? Только в версии по злым птицам. И плюс ко всему, мы, ребят, на них я, так сказать, в высоте. То есть спускаться долго. Ну, по крайней мере, свинья много спускаться. Я же в Виннете. Шок локплей. К сожалению, я живу далеко от тебя. Тому еще, люби друзей, я живу у Кривом Рози. Да, ребят, я живу в Кривом Рогу. Он недалеко возле Днепропетровска, но все-таки. Далеко я, однако, от тебя живу. Шоклок. Так, ох-ох-ох. Так, кажется, я не знаю. Кажется, свиньи тут заперлись в них его так. Ну, давай. Давай бомб пробивать эту свиную защиту. Ты смотри. Шатается зданица. Но не падает. Вот, блин. Ага. Шоклок, не говори. Далеко. Не, смотри, 42 усатых барона. Офигеть. Я еще удивляюсь. Почему ты такие уровни сложные? А, нет, не 2, а 3, видимо. Так, вот это похоже на темную башню, что ли. Или не знаю. Какое-то здание знаменитое. Правда, не припомню, что. Ну, тут, ребят, рели отсылок тут очень даже много. Надо всего лишь глаза разуть и поискать, что ли. Три звезды. Так, хорошо. Слушайте, мы так нехило продвигаемся. Я хотел застрять себе. К сожалению, Шоклок, чтобы до меня доехать, надо тебе далеко ехать до меня.
Хотя я, ребят, признаюсь, что я еще ни разу не проводил реальную встречу с подписчиками. Просто, скажем так, не было возможности. Так, еще плюшки. 3 звезды. Так, скоро, видимо, будет босс, я это чувствую. Так, давай бомб. Пора бомбить. Я инвалид, честно клянусь. Ошоклок. Поздравь меня, потому что ты, Шоклок, не один такой. Я тоже инвалид по зрению, ребята. Я не вижу на один глаз. Через слово. Я инвалид 3-й группы по зрению, поэтому, ребята, увы и ах. Вот такие вот дела. Но благо у меня 2-й глаз хорошо видит. Так что все окей. По крайней мере, со мной. Так что это не один такой Шоклок. И хоп. Хопа. Так, давай-ка вперед. Окей. Так, скоро будет босс, и я буду, ребят, заканчивать, потому что, как по мне, так мы уже много стримим. Как и я. Да, Шоклок, как и ты. Так, вот тут будет хардово. Это я знаю точно. Так, поэтому... Поэтому, ребят, ну, я не знаю, как тут поступить, конечно. Смотри, как это там сделаем. Опа! И смотри, как бабахнуло. И вот, кстати, ребята, босс. Король свиней. Он у нас тут сидит далеко. И, кстати, ребят, вот золотое яичко. Его, в принципе, легко достать. Хотя, в принципе, а че я парюсь? Можешь король свиней врезать от лица могучего орла, что ли? Так, ну ладно, это такое. У меня есть племянница. У меня есть племянники. А ну-ка, свинка, получай. Свинита, сколько, мама дорогая. Так, ладно. Кстати, тут, ребят, появились несколько, так сказать, материалов, а именно, сейчас я скажу, такие вот, прежде всего, розовые пружины и вот такие вот шарики, которые не пробиваются, кстати. Да в смысле, свинка? Давай вздыхай. И она возле меня. Ну что ж, Шоклок, передавай. Чтобы передавай своей племяннице привет. Ей 7 месяцев.
Так, отлично, золотое яйцо, плюс еще плюшки. Три звезды. Опа. Так, все. Пока, король свиней, полетай. А яйца наши. Адьос. Фух. Так, теперь, ребят, давайте-ка разблокируем эпизод «Короткое замыкание» за 20 звездочек. Так, ну я, ребята, знаете, продолжу уже в следующий раз. Ну что, как по мне, так мы уже тут много всего пооткрывали. Вы только подумайте, ребята, мы прошли... раз, два, три, четыре, пять... Пять локаций, плюс еще могучая лига. Короче, ребята, все. Я не знаю, как вы, но я, ребят, устал. Я устал проходить своих птиц, но все-таки отредактирую описание. Завтра уже, ребят, не знаю, наверное, будет либо «Злые птицы 2», либо «Злые птицы Эпик». Поэтому, ребят, я объявляю сегодняшний стрим закрытым. Сегодня будет кооператив, так что не переключайтесь надолго. Всем огромнейшее спасибо, кто был на моем стриме, кто его поддерживал. Обязательно ставим лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои стримы. Говорить мне стримов будет очень-очень много. Также я напоминаю, что если кто-то хочет мне задонатить, пожалуйста, донатьте, ссылка, как всегда, в описании. А также, ребят, подписывайтесь на каналы Diamond Bro и Gold Berry, они снимают хорошие видео. Я сам на них подписан. И также, ребята, если вы хотите видеть какие-то прохождения или прямые трансляции, то есть стримы, пишите мне, пожалуйста, в сообщество на YouTube. Я все ваше пожелание учту. А так, ребята, всем огромнейшее спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока.